31 января в России вновь была объявлена так называемая прогулка. Однако призывы выйти на улицу остались неуслышанными. На предполагаемом месте встречи у столичного кинотеатра «Мир Луксор» к полудню не было практически никого, за исключением любопытствующих. Сотрудники полиции время от времени напоминали о правилах поведения в общественных местах. Необходимо соблюдать ограничительные мероприятия. Предлагаем соблюдать безопасную дистанцию, носить защитные маски, отказаться от участия в массовых мероприятиях. Как подчеркнули в администрации Чебоксара, с заявлением о проведении митинга к ним не обращались. Неизвестно и кто организатор этого мероприятия. Призывов от конкретных представителей политических сил не поступали. Некоторые прохожие не знали, куда шли, а порой даже путались или придумывали на ходу. А куда вы шли? Кафе, через дорогу. А вот отсюда? Да. А где дорогу собирались переходить? Вот там. А может быть, там лучше было перейти дорогу? Я здесь захотел. А вообще, вы где живете? В центре. В кафе. А какое кафе там через дорогу? Ну, вон там вот есть, как называется, Конора или как? Потенциальные участники акции стали собираться ниже кинотеатра, чтобы двинуться маршем в сторону площади Республики. Сотрудники полиции оцепили территорию и вежливо попросили разойтись. Уважаемые граждане, в целях обеспечения вашей безопасности попрошу вас покинуть место проведения несогласованного публичного мероприятия. Были среди собравшихся и откровенные провокаторы. Я пришел, чтобы Россия была свободной. Координатора штаба Навального в Чебоксарах Семен Кочкин задержали. Только из-за того, что он хотел. Хорошо, а кто такой Навальный, по-вашему? Куда? Борис, не уходи. Пусть он тебя под камеру забьет, не уходи. Пусть он тебя под камеру забьет, не уходи. Тебя снимать. Пусть он тебя забьет под камеру сейчас. Не уходи, Борис. Я не вызывал сопротивляться сотруднику полиции. Провокации были и в интернете. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашии задержали 21-летнего уроженца Забайкальского края. Он, по некоторым данным, готовил сегодня провокацию на несогласованном митинге. Молодой человек разместил в мессенджере аудиозапись, где сообщал, что собирается координировать действия собравшихся и противодействовать законным требованиям сотрудников полиции. Теперь же я отрекаюсь от своих слов и призываю вас не присутствовать на митинге 31 января, поскольку этот митинг может привести к травмам, жертвам среди мирного населения. Очевидно, что сегодня протестная акция в Чебоксарах не состоялась, в том числе и благодаря профессиональным действиям властей. Сегодня сотрудники полиции ведут достаточно дружелюбно, корректно, предупреждают всех граждан об ответственности и просят покинуть места невозможно незаконного митинга, для того, чтобы все граждане могли себя спокойно чувствовать. В несанкционированном мероприятии пытались принять участие по подсчетам МВД порядка 50 человек. 32 из них были доставлены в отделы полиции.